Прежде всего, конечно, я хочу поздравить всех белорусских коллег, всех белорусских друзей и белорусских детских стоматологов с замечательным праздником. Сегодня уже пятая такая конференция, конгресс, пятый белорусский конгресс. И мы очень рады, что всегда детская стоматология находит очень достойное место в этом конгрессе. Сегодняшний конгресс, он, я бы сказала, значительно отличается от предыдущего конгресса. Мне посчастливилось быть и на предыдущем конгрессе. Прежде всего, я бы отметила очень широкую, я бы сказала, просто уникальный интерес специалистов детской стоматологии. Ну, вы сами видели, что зал наш, где проходил симпозиум по детской стоматологии, был полон. Это говорит о том, что как востребована детская стоматология. Не случайно. Организаторы пригласили замечательных спикеров, замечательных докладчиков. Это докладчики не только из России, я Россию представляла, Украины, докладчики из Бельгии, из Болгарии, из Греции и целого ряда других стран. Большое внимание уделяется современным, высокотехнологичным методам эндодонтического лечения. Ну, как мы, это мы так говорим, эндодонтического лечения, это лечение корневых каналов, как постоянных зубов, так и временных зубов. Современная детская стоматология позволяет сохранять молочные зубы, чтобы их не удаляли раньше времени, чтобы у ребенка не формировались очаги адентогенной инфекции, чтобы у ребенка правильно формировалась зубочелюстная система. Конечно, здорово, когда вот такого рода большой конгресс, многопрофильный. Я-то говорю только о детской стоматологии, но ведь параллельно, я знаю, в залах в рамках этого пятого конгресса проходят симпозиумы, посвященные и хирургической стоматологии, имплантологии, ортодонтии. Так вот, здорово, когда в рамках такого большого конгресса еще и происходит выставка, когда выставка приурочена к конгрессу, потому что наличие вот выставляемой продукции, самой современной, позволяет, дает возможность для докторов прослушать какую-то технологию и тут же непосредственно подойти к стенду, посмотреть, как она работает, более точно ознакомиться с возможностью использования этой технологии на своем клиническом примере. Я видела, что выставка представлена очень широко. Практически все такие крупные бренды-производители, которые существуют в стоматологическом нашем мире, они здесь представлены. Это, конечно, очень здорово. Международный стоматологический форум в Минске с 17 по 19 октября. Специализированная выставка и конгресс «Стоматология Беларуси». Выставочный центр. Проспект Победителей, 14.